В России объявлен отзыв всех выпущенных кроссоверов Renault Captur, реализованных с сентября 2015 года по настоящее время. А это, исходя из опубликованного Росстандартом списка ВИН-номеров, почти 79 тысяч машин. Причина сервисной кампании оказалась достаточно серьезной. Из-за обрыва петли замка во время движения у популярного кроссовера может распахнуться капот. Напомним, что российские «Каптюры» выпускают на московском заводе Renault. Однако на этот раз подвела вовсе не российская сборка, а конструкция самого узла. По этой причине всем Renault Captur абсолютно бесплатно для владельцев заменят замок капота, а также переустановят его петли.